пока вот в этой моей кофте. Все достопримечательности. Да, я была на Саровке. Коллективное фото-то сделано тогда было. Вот на этом месте. Да пожалуйста, без проблем. Сейчас подождем. Так, падают деревья. Ну еще бы. Даже тут песочек, можно купаться. Так это пляж и есть. То есть за третий мост, за это найти. Еще прекрасный пляж. Да, утром было получше. Да нет, здесь просто... Или тут глубоко? Тут река, она такая, она течет ровно, и здесь всегда такая вода. Весной только побольше. Здесь вот находятся те самые залежи голубой глины. Вот здесь, под берегом, только сейчас здесь все обрушилось. Самое
лучшее место для костра и прочего. Следы шашлыков. Смотрю, давненько здесь никто ничего не разводил, даже мусор убрали. Ну да, теперь тебя отучили просто. Это не рябина, это грибы какие-то. Или рябина. А, рябина. Какой-то шутник накидал. Накидали. Ага, я думал, грибы. Угу. Да, что-то лыжников я в это время года в лесу не видел еще. Женькин 11 класс, по-моему. Лес тут, конечно, красивый, настоящий. Она сейчас ходит с мобильным интернетом. За неделю, говорю, до Нового года не останется ни одной иголки. И чего нам не Новый год? А какая? Так возьми, в землю вкопай, посади. В Новый год сюда просто не влезешь. А вдруг она в землю влезет? Красота. Крутой берег. Угу, перекат видно. Нужен профилакторий, да? Странно. Забор, в котором нет дырок. И дорожек, главное, нет. Нет, дорожка есть нормальная вдоль этой. Угу. Это клуб. Крутизна какая. Какой мне больше нравится? Зеленый. Зеленый. Желто-зеленый.
Юноты резвились, что ли? Да, тут заблудиться можно, да? Где его нет? Новый корпус. Прям по прочке вот. Куда он, собака пошла? Ощущение, что эту собаку уже знаю. Много лет назад с ней встречались. Птички, по-моему, ничего не боятся. Которая на дереве. Очень удачно. Которая? А? Которая? А вот на дереве кормушка это при. А. Очень она удачная. Кормушка, да, интересно сделали. Вот сейчас только там столько было, они наелись и разлетелись. Испугались, наверное. Да, подождите, они еще выйдут. Да ладно, нет, я пойду, пойду догонять этих. Не попало случайно. Достаточно. Свирестиль, говоришь? Плохо получится, наверное. Дергается. Это сквер. Все. Заряд батареи кончился.